Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор ароматического экстракта имбиря. Это натуральный ароматический компонент с большим содержанием летучих носителей аромата популярной пряности. Получает этот аромаэкстракт ферментированным и микробиологическим методом, без введения в состав синтетических ароматизирующих молекул из природного сырья. Имбирь – неоднозначная нота парфюмерии, которая придает пряный с горчинкой терпкостью аромат. Духи с имбирем всегда интересные и нестандартные. Используют эту ноту и в мужских, и женских парфюмах, в сердце и на верхушке пирамиды. В косметике парфюмерии ароматический экстракт имбиря применяют для ароматизации косметических средств по норме. Для крема, лосьоны, бальзамы и тоники от 0,5 до 2%. Для шампуней, гелей, мыла, бомбочки, соли для ванны от 2 до 5%. Аромаэкстракт имбирь дает яркий, насыщенный, многогранный пряный аромат с терпкой горчинкой. Отлично впишется в вечерние и статусные ароматы или летние парфюмы. Имбирные нотки придают парфюмерии чувственность, волнительность и выразительность. Имбирный аромат великолепно сочетается с другими пряными и древесными оттенками. Идеально звучит с цитрусовыми, элегантно разбавляет лишнюю сладость и придает глубину. Вот такой бутылочке мы отправляем ароматический экстракт имбиря нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!